Дети! Вау, как вкусно! Сюрприз! Бежим! Дети, не уходите слишком далеко! Да! Папе Молли нужна помощь! Идем! Да! Здравствуйте! Вульфо, подожди здесь немного! Да! Пока! Привет! Я тоже жду папу! Хочешь, поиграем вместе? Да! Мистер Вульфу, помогите! Пожалуйста! Да! Вау! Они играют в своих пап! Как весело! Молли, давай найдем другое место и построим там много домов! Стоп! Это может быть опасно! Вы знаете, почему это опасно? Идем, идем! Помогите, пожалуйста! Помогите, помогите! Вульфу! О нет! Вульфу и Молли попались в ловушку носорога! О нет! Не волнуйся! Я смогу выкопать нам выход! Это хороший план? Стоп, стоп! Дети! Сюрприз! А вы видели, какие последствия могут быть, если далеко уйти от взрослых? Злодеи сделают все, чтобы заманить вас. Ни в коем случае не уходите далеко от взрослых. Да! Забота о малыше-роботе. Мама, поиграй со мной. Я очень устала. Подойди к папе. Я попозже с тобой поиграю. Заботиться о ребенке не так сложно, правда? Возьми. Спасибо. До свидания. До свидания. Давайте посмотрим, как пройдет день заботы о малыше-роботе. Ты такой невыносимый! Куда опять ползет малыш? Боже, это опасно! О, нет! Что же теперь делать Вульфу? Режим безопасности активирован. Это мое.
держи. Стой, стой! Стоп! Смотрите, Вульфу так занят. Заботиться о ребенке очень сложно. Теперь я понимаю маму. Видите, заботиться о ребенке не так просто. Поэтому понимайте и помогайте своим родителям. Ага. Эй, кто-нибудь, помогите! Конвейер уколов. Нет! Что случилось с Люси? Кажется, Люси очень боится уколов. Не бойся, давай я расскажу тебе историю. Вульфу поможет Люси преодолеть страх? Что случилось, дети? Я боюсь уколов. Мама! Пока! Не бойся, все будет хорошо. Как мило! Вульфу думал, что ему сделают укол вот так? Привет, ребят! Забавно, но в жизни такого не бывает. Пожалуйста, побудьте здесь. Возьмите! Похоже, здесь никто не плачет. Да. Дети всегда думают, что уколы – это ужасно. Но все на самом деле так. Давайте сделаем это. Да, да. Вульфу! Держи! Вот видите, укол это совсем не страшно. Я больше не боюсь. Молодец. О, нет! Водоворот в туалете. Ура! Мама! Это тебе. Спасибо, мама. Вау! В стакане с водой тоже водоворот. Я могу сделать водоворот побольше. Эксперименты были не такими успешными, как ожидал Вульфу. Наконец! Эй, почему Вульфу бросает в туалет игрушки?
Вульфу, стой! Почему, папа? Давай я тебе расскажу. Смотрите, в туалете будет засор. О, нет! О, нет! Вот что получилось, когда туалет забился. Я не думал, что может все так плохо закончиться. Дети, не бросайте игрушки в туалет. Да. Идем. Сделаем гигантский водоворот. Посмотрим, как папа сделает огромный водоворот. Класс Уэнсдей. Давайте победим вместе. Увидимся завтра. Что случилось, Люси? Теперь я не смогу принять участие в конкурсе. Ой, кто же поучаствует с Люси в конкурсе? Мы будем с тобой участвовать. Не переживай. Да, у нас получится. У нас будут уроки. Я ухожу, не буду вас учить. Мы должны ей помочь. Следующий! Извините, у меня нет команды. Мы пришли. Посмотрим, как выступит группа Wednesday. Начнем. Всегда будьте готовы помогать другим в сложные времена, как Вульфу. Спасибо большое, что помогли мне. Что случилось? Поменяться детьми. Мне не терпится подарить ее Люси. Веди себя хорошо, Люси. Не бей маму. Миссис Вульф. Подожди меня здесь. Да. Люси,
такая капризная. Твоя мама не будет ее любить. Вуху боится, что мама поменяет Люси на другого ребенка? Я не дам ей беспокоить маму. Ага. Так, Вульфу решил придумать способ, чтобы мама не уставала. Не балуйся, Люси! Не будь балованной! Спасибо, сынок. Но я лучше пойду к себе и отдохну. Боже мой, что же Вульфу пытается сделать? Мам, не меняй Люси на другую малышку. Я хочу, чтобы она осталась. Дети всегда пинаются в животике. Я ни за что не поменяю Люси из-за этого. Но ты можешь помочь мне со всякими простыми делами. Да. Вот видите? Даже мелочи помогают маме отдохнуть. К счастью, у тебя нет такой сестры, как Нэнси. Ой, это не мама. Угонщик. Где Вульфу забыл Супермена? Ага. Эй, Вульфу, ты забыл закрыть дверь. О, нет, это просто отличная возможность для злодея. Смотрите, вор ищет способ украсть машину. Папа! Боже мой, Вульфу все еще не понял, что это не его мама. Как круто! Ты умеешь даже чинить машины! Отличная работа, дорогая. Устроим тест-драйв. Он обманул даже папу. Эй, стой! Ситуация критическая. Что же теперь делать? Эй, стой! Спокойно, Вульфу.
Полицейский Бу поймает его. К нам залез вор, потому что я забыл закрыть дверь. Не забудь в следующий раз закрыть дверь, хорошо? И нужно позвонить в полицию и не пытаться самостоятельно остановить вора. Как хорошо, что тебя не украли. Ой, почему Люси так запаниковала? Помогите! Кого больше любит робот Эльза? Люси, я купила тебе новую куклу. О, мне нравится! Спасибо, мама! Не может быть! Что же теперь делать, Люси? Держи! Спасибо, Вульфу! Вау! Вульфу такой хороший! О, нет! Люси, почему ты не заботишься о своих игрушках? Если бы я был на месте твоей куклы, я бы не захотел больше с тобой играть! Нет! Ей нравится со мной играть! Посмотрим, это правда? Как здорово играть с Люси. Пришелец, ты поможешь мне отправиться в мир робота Эльзы? Я хочу знать, кто больше нравится Эльзе, я или Вульфу? Да, за мной! Так-так, как думаете, кто больше нравится Эльзе? Вульфу! Ты моя! Прости меня! Поиграй со мной, пожалуйста! О, боже! Обещаю, я буду о тебе заботиться. Наконец, Люси все поняла. Ой, почему Люси так запаниковала? Помогите! Кого больше любит робот Эльза? Люси, я купила тебе новую куклу. О, мне нравится! Спасибо, мама! Не может быть! Что же теперь делать, Люси? Держи! Спасибо, Вульфу! Вау! Вульфу такой хороший! О, нет! Люси,
Почему ты не заботишься о своих игрушках? Если бы я был на месте твоей куклы, я бы не захотел больше с тобой играть. Нет, ей нравится со мной играть. Посмотрим, это правда? Как здорово играть с Люси. Пришелец, ты поможешь мне отправиться в мир робота Эльзы? Я хочу знать, кто больше нравится Эльзе, я или Вульфу? Да, за мной! Так-так, как думаете, кто больше нравится Эльзе? Вульфу! Ты моя! Прости меня. Поиграй со мной, пожалуйста. О, боже. Обещаю, я буду о тебе заботиться. Наконец, Люси все поняла. Не трогай. Пришелец уже в пути. Подождем его, чтобы можно было пойти вместе. Ребята, побудьте здесь и подождите меня. Да. Да. Сегодня детей отвезли в музей. Как круто! Эй, Пандо, нельзя так неаккуратно трогать вещи. О, нет! Ребята, нельзя трогать вещи в музее. От этого может быть много проблем. Но мы просто хотим посмотреть поближе. Нет. О, нет. О, нет. Нужно ее починить. Это слишком опасно. Что же теперь будет? Oh!
О, нет! А вы уже увидели, что может быть, если трогать вещи в музее? Правильно. Если вы идете в музей, пожалуйста, следуйте всем правилам музея, чтобы не испортить никакие экспонаты. Да! Первое апреля. Сегодня я разыграю Люси. Что же придумал Вульфу для Люси на 1 апреля? Люси? С 1 апреля, Люси! Это просто шоколад! Помогите! Помогите! О, нет! Что? 1 апреля! Они точно друг другу не уступят. Люси! 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 А если ее похитили? О нет! Куда делась Люси? Боже мой! Люси прячется здесь, чтобы подразнить Вульфу? Люси! 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 Вся семья переживает за Люси. Люси! Прости! О, 1 апреля должно быть смешным. Или шутки должны веселить окружающих. Не стоит уходить далеко и расстраивать людей. Да! Дети, давайте веселиться на 1 апреля! Сделать бассейн в машине – не самая лучшая идея. Вау! У дедушки новая красивая машина. Вау! Я выиграл эту машину в конкурсе. Круто! Здесь очень жарко. Идем внутрь. Да, да! Люси, иди сюда! Что увидел Вульфу? Круто! Так можно ехать в машине и не будет жарко! Так, бассейн в машине – отличная идея, да? Круто! Идем, идем! Люси! Да! Стоп! Что случилось? Мы просто хотим сделать бассейн в машине. Я понял, но все не так, как вы себе представляете.
В машине есть много электрических деталей. Вода может их испортить. Мы поняли. Не расстраивайтесь. Мы можем сделать бассейн в машине. Ага. Люси! 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 Кто это Люси? О, учитель так красиво танцует балет! Пожалуйста, дайте Люси основную партию. Пожалуйста. А Люси выбрали для выступления на сцене. Мне больше не нужно репетировать. Мне нужен только классный наряд. Люси! 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 Люси, у тебя урок балета. Что же сделает Люси? Этот робот пойдет на урок, а потом покажет мне движение. Боже, Люси не только не репетирует, но и попросила робота ходить на уроки за нее. Я уже это знаю. Люси, почему ты пропустила занятие? Ты помнишь наш танец? Люси, ты хоть немного дома занималась? А теперь балет! Другого выхода у нас нет. Вот что бывает, если быть такой уверенной. Это не Люси! Почему ты не на сцене? Я забыла танец. Милая, нужно репетировать. Тогда все будет хорошо. Ничего, выступишь в следующий раз. Я буду усердно заниматься и репетировать с вами.